Ну что же, снова всем привет и продолжаем играть в 13. Теперь, когда я вылечен, доктор, могу я вернуться в свой отряд? А, ты кто? Так. А, да. Нас же словили после лавины, которая нас засыпала. Идиот, идиот, Маккол, идиот! По-моему, мы в дурке. Да, сэр, полковник! Так. О, что-нибудь. Как там наш пациент пришел? Кто-то к нам идет? Или не к нам? А нет, к нам. Блин, ничего не могу делать. Фигово. Итак, друг мой, я слышал, вы страдаете от амнезии. Да, сэр, полковник. Заткнись! Расслабьтесь. Не хочу расслабляться. У нас в Пленрок есть прекрасный неврологический центр. Ну, он заговорил? Терпение. Он только что пришел в себя. Номер один хочет знать имена его сообщников. Этот самозванец номер 17 мог быть не единственным, кто проник в нашу группу. Изучите его грудную клетку, кстати. Чё? Скажите мне, если найдете следы от трех пуль, что я засадил в него. А-а-а. Я начинаю сомневаться в личности этого человека. Я займусь этим немедленно. Вымойте его и приведите ко мне. Дела у нас совсем нехорошо. Нехороши, нехорошо. Вообще все херово. Не делай неожиданных движений, друг. Ничего нажать не могу. Да какого хера? Вниз по лестнице! Доктор Михаэль, пожалуйста, пройдите в комнату 11. Кто это? Вы должны были привести мне солдата. Приказ доктора Йоханссона! Дерек и Джерри будут разочарованы. Что с ним такое? Хорошо. Ты счастливчик. Захватил для себя целую ванную. Чё? При чём здесь ванная? Давай! Ящики. Нихера не открывается. Так, ничего не открывается. Стоп. Порошок. Шмотки. Бутылочка. Мочалка. Ты видел это, Дерек? Похоже, он всего боится. Малыш! Малыш! Так. Оставь его мне, а потом можешь забрать его. Иди в жопу. Так, ясно, брось. Нет, нахер. Эй, парни, хватит играться. Как-то все очень просто. Да. Пошли, нас ждет Йоханссон. И мне куда? Ты
дверь закрыта. Так. Нахер выбрось эту швабру. Так, у тебя ключа нету. У тебя тоже ключа нету. Угу. Нашел. Нашел я выход. Так. Так. Поехали. Довольно все просто, думал, будет сложнее. Твою мать, главное не перепрыгнуть. Ого, а я туда хочу. Так, не застревать. Ножики и кирпич. А если мы сделаем вон так? Прыжок на него — это оглушение. Прикольно. Я-то и не знал. О, есть пистолет. Вот это мне нравится. Не открывается. Аптечка. Не открывается. Походим покуда с ножиками лучше. Твою мать. Ох ты ж, блин. А нет. Жирный ублюдок. Дверь закрыта. Ну, хер с вами. Как-то не очень. Не так я хотел это все сделать. А сюда можно? Ну и сюда можно. А нужно ли мне сюда? Хрен его знает. И сюда можно. Мне уже очень интересно, куда здесь еще мне можно. Можем попробовать того психа освободить. А может, здесь что-нибудь есть в камерах? Блин. Дружище, я не могу тебя освободить. И жаль. Нужно было устроить диверсию. Открой дверь, прошу. Камера. Аптечка. Я же сказал, что будет аптечка где-то. Вас это... О, ух! Какой потрясающий день! А, кто-нибудь может указать мне путь? А, я не здешний. О! Это супер. Документы какие-то. Пусто. Так. Ага, можем сюда. Можем еще сюда. Открывай.
Не-не-не-не-не, ты никого не видел. Да сдохни. Идите ко мне. Я вас жду. Твою мать. Да открой ты, твою мать. Фигово. Очень фигово. Так, готов. Да иди ты нахер. Нахер мне это нужно. Ты еще стреляет. Вообще не так прошло, как я хотел. Аптечку. Не открывается? Нет. Ну и хер с тобой. А эта дверь? Можно было, конечно, как-то Оу. Это мне очень нравится. И потрошки, и гранаты еще. А там больше ничего нет, ничего. Так, я туда вышел, мне сюда. Давай же, открывай. Да открой ты дверь. Нельзя. Нельзя. Тоже нельзя. Аналогично. Я инженер-программист. Выпустите меня! Выпустите! Разве вы не понимаете? Если патч не будет готов ко вторнику, мы не сможем улучшить программу до версии 1.5.0.2. Вы слышите? Никогда! Да. Вселенская проблема. Так, ждем. Не очень как-то. А здесь даже очень. Так. Нас откуда-то... Ага. Какое все. Ну, теперь надеюсь все. Там еще какая-то дверь. Мне уже очень интересно. Можно открыть? Твою ж! Нет слов. Просто нет слов. Ты меня не видел.
вообще херово. Все очень херово. Я сейчас сдох. Идет, блин, трындец. Конечно, скорее всего, это я так херово играю, а не везет мне. Блин, да встань ты, пожалуйста. Да выходи ты, мудень. Мне куда? Так, там был, где закрыта дверь, вот. Так. Поехали. Минус, программист. Ну что, попробуем в этот раз не лажануть. Готов. Меня видят. Дружище, где ты? Твою мать. Попробуем снять. Получилось. Там еще хер наверху. Готов. Где-то здесь еще один. Твою мать. Блин, хорошо они меня покоцали. Так. Я помню, что здесь есть мудень. Твою мать. Твою мать. Жопу! Здесь ты сдохнешь. Один хп. Один. Журнал Мод благодарит вас за внимание и желает вам удачного дня. Прошу, аптечку мне. Спасибо вам, мисс Джеймсон. Пожалуйста, заходите еще. Прошу. Хотите говорить со мной, мисс Джеймисон? Да все не так уж плохо. Заходите, попробуйтесь, а еще есть дверь? Есть. С одним хп, да, далеко не протяну. Сюда нельзя. А наверх подняться можно? Или нет? По-моему, нет. Это херово. Пожалуйста, аптечку мне хоть где-нибудь. Да что ты стонешь? Так, ну, по крайней мере, тут никого.
Вай. А что тут оставалось? Один хп же. Идет скотина. Вон он! Стреляйте в него! Твою мать, прячься! Вот гандон. Так, готово. Готов. Где-то здесь еще один мудень. Да-да-да-да-да, а вот ты. Твою мать. Патроны. Блин, он еще и успел мне попасть. Вот так. Более-менее. Все равно одну аптечку потратили. Все равно. Да открой ты, пожалуйста. Вот так. Я инженер, программист. Выпустите меня! Выпустите! Нахер кто тебя здесь выпустит? Заткнись уже. Так. Должно все пройти идеально. Так. Твою мать. Успокойся, хватит так шатать прицелом. И туда ты, дружище, смотришь. Так, на этом должно быть все. Так. Мне по-любому туда. И больше никуда. Да блин. Возьми ты гранату. Так, а ты сдох? Сдох. Хер тебе. Да не убить меня. Иди в жопу.
Где еще один? Все нахер. Один сбежал. Мы это знаем. Где он у нас здесь? Твою мать, он теперь не здесь. О, скотина, подловил меня. Ох, блин, вот ненавижу такие спуски. Так, так, мы упали. Зашибись, прошли. Ладно, пойдем дальше. Мыло, да, мыло, нет, мочалка, неважно. В тюремной... В тюремном душе лучше не ронять ничего. Хотя это предрассудки такие. Хотя хер знает, как он на самом деле. Ничего не открывается. Это очень херово. Угу. Угу. Никого, никого. Нужен ключ. Нужен ключ. Добрый вечер, доктор Михаил. Добрый вечер, Бренда. Есть какие-нибудь новости о больном амнезии? Пока никаких. Бог мой, Йоханссон в ярости. Я больше не могу выносить это. Я иду домой. Скажи ему, что моя жена вот-вот разродится, или что у моего пуделя нервный срыв. Так. Бедняжка. Я помню, как моя Лулу. Ладно, Бренда. Увидимся завтра. Передай от меня поздравления твоей жене. А ты куда? Куда-то смылась. Где мои контактные линзы? Где ты там? Течка. Полежи-ка здесь. Какая аптечка, блин? Ключ-карта. Ла-ла-ла. Может, не сюда лучше? Так, я ж тут был. Сюда я вообще не могу пройти. Ясно. Just strangers in the crowd. You can fly. Надеюсь, здесь так это работает. You can hide. You can close your mind and rise like the sun. You can fly. You can hide. You can close your mind. Ого, у меня глушак. Твою мать! Внимание! Надо!
хер кто меня остановит. О, револьвер. Как мне нужно было здесь по-тихому? Хер его пойми. Хотя, скорее всего, вот эту вот дверь нужно было просто открыть. Я сморозил. С этой стороны открывается. Не открыть, не открыть. Так, дружище, тебе уготовлена смертушка. Интересного. Отключить можно? Нельзя. А это типа я должен был так пройти. Нет, не стреляйте! Стрелять не буду, но по башке там. Печка. Ух, ты же, блин! Вот это я сморозил. Спасибо за подкрепление. Еще один? Или это новый? Или это тот же? По крайней мере, этот инструмент не производит должного эффекта, да? А как насчет этого? Кого-то пытают. А теперь скажи мне, кто убил сиделку из палаты С? Я не знаю. Она умерла, так и не увидев. Еще одна крыса. Да. Они хотя бы могли перекрыть вентиляционный канал из морга. А? Пожалуйста, ага. Не стреляйте в меня. Кто? Ой, товарищ, да прикончу я вас. И тебя тоже. Подобрал, видимо, ножики. О, здесь можно поскрывать. Это хорошо. Видимо, здесь есть аптечка или что-то подобное. А, нет. Какая нафиг аптечка? Можно сюда и пробраться. А можно... Нет, нельзя. Значит... Вот оно для чего это нужно. Садимся и полезли. Да садись. Вот так. Доктор Йоханссон, я не понимаю, дверь закрыта? Откройте дверь, доктор Йоханссон! Доктор Йоханссон! Интересно, что сейчас произойдет? Он ее убьет? Какой кошмар. И что, ничего? А я-то думал, что-нибудь начнется. Да нет, хер с два. Ой, куда это мы? Как
хорошенькие медсестры так редки в Пейнрок. Ты знаешь это? Да все, он этого мучает. Вот кретин. Так, туда мне не пройти. Блин, вот эти вот лазанья мне ой как не нравится. Так. Блин. А? Ух, я аж струхнул. Номер 13. Сейчас тебя смотрит доктор. Давай. Скоро придет время для твоего вскрытия. Сюда. Твою мать, твою мать. Да иди ж ты нахер. Ты ж, блин. Так, патроны. Я застрял. Давай. Ну же, ну же, ну же. Да убегай. Так, 100 хп. Ух. Эй, потный мужик. Выведите меня отсюда, пожалуйста. Чего? Пожалуйста. Флэшбэк. Святилище. Всего их 20, сынок. 20 заговорщиков, прячущихся за номерами. Господа, для меня большая честь встречать руководителей нашей группы в моем доме. И так как престиж этого места вполне соответствует нашим амбициям, я предлагаю организовать наше общее собрание здесь. Угу. Так. Не пон... А, это ж этот мудень. Блин, во, блин, потный мужик был. Нельзя. 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 Куда ж мне можно? Ключа нету. Есть только вот этот какой-то ключ. От чего? Хер пойми. А, о, сейф. Что тут? Мой передатчик. Наконец-то. Пожалуйста. Да открой эту дверь. О, спасибо вам, спасибо. Как-то так. Вон там! Оружие к бою! Возьми меня в заложники! У вас нет выбора! Во, мудень.
У меня же заложник в руках. Да не шевелись, ты сама согласилась быть в заложниках. Вот так, дружище. Как-то так. Я что, не могу перезарядиться? Не могу. Плохо. Будем ножиками. У меня их благо много. Трупаки. Туда мне нельзя. Ой. Ой. Простите, мадам. Я не хотел. Я случайно. Так, блок C. Что это за место? Я же здесь был. Блок А. Куда мне идти? Может сюда? Нет. И не сюда, и не сюда. Ну, значит, только туда. Вот сюда, то есть. Нет. Я уже заблудился. Вот сюда. Так, мы-то тут были. Да, мы здесь были однозначно. А вот здесь не знаю. Здесь вообще никуда не пройти. Ух ты ж, блин, ух ты ж! Этого я никак не ожидал. Джонс, ты слышишь меня? Прекрасно слышу. Я летаю как раз у тебя над головой. Выбирайся оттуда, поторопись. Как-то так. О, и там есть. Минус. А ты дверь откроешься? Куда мне вообще нужно идти? Вот это большая загадка. Ух, ух, ух. Видать, мне сюда. Куда мне? Ну, здесь можно было посмотреть. Так, здесь-то я был. Мне нужно как-то выбраться наружу. Вот здесь я был. Здесь я был. Да, здесь я вылез. Все верно.
Здесь я вылез. Здесь это помещение. Это не закрывает, то есть не открывается. Тебе я тоже не могу открыть, потому что мне нужен ключ. О бог мой! О бог! О боже! Спаси меня! Опять тоже помещение. Блин, я обратно вернулся. Блин. Это нам ничего не дает вообще. Так. Здесь. Здесь мы были. Здесь ничего не открывается. Угу. Ладно, будем логически думать. Идем вперед. Где-то я что-то пропустил или не заметил. Пожарный выход. А здесь я дрался с этим уднем. Здесь я выпустил этого мутня. Все забрал. Да блин, все позабирал. Так, здесь лучше нет нигде никакого еще выхода. Видимо нету. Так, подрался, пошел сюда. Не открыть. О, как оно тут еще. Поднять не могу. Вроде бы она и жива. Здесь ничего сделать не могу. Если обратно попробовать. Проблемка. Однако действительно проблема. Да ползи ты, не застревай. Ау, я тут-а, помогите. Я реально заблудился уже. Совсем не смешно. Так, вставай, так будет быстрее. Здесь мы никак не можем пройти. Хрен с два. Только упасть вниз. Потратить жизни. Ну ладно. Отсюда выход только один. Не жмется? Нет. Ты, блин, дура, меня выпустишь? У меня нет ключа, что самое интересное. А где мне достать ключ? Как мне отсюда выйти? Нахер мне эти камеры? Вы меня выпустите отсюда. Меня это уже подбешивает. Может, я обратно должен сюда? Хрен из два. Нет. Чего я тогда пропустил?
Ладно. Давайте продолжим, когда я найду, куда мне идти. А то это может затянуться на очень долгое время. Ну что ж, оказывается, все было очень просто. Нужно было взять эту медсестричку в заложники и тупо пройти. Но она у нас почему-то скопытилась. Видимо, долго. Я это пытался сделать. Так что заранее я уже поубивал охранников. Теперь осталось только пройти. Да, блин, не шевелись. Мы же идем. Главное успеть. Вот так. Минус. Вот, молодец. Садитесь за руль, живее! Хорошо, только не убивайте меня, пожалуйста! Тревога! Вам не уйти далеко на этой скорой помощи. Мы посреди пустыни. На многие мили вокруг нет ничего. Ну зашибись, мы еще куда-то слетели. Водила из нее херовый. Она погибла или нет? А нет, жива. Ну что ж, давайте на этом остановимся и продолжим уже в пустыне в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока.